Спасатели предупреждают красноярцев о резком ухудшении погоды. По их данным, порывы в разных районах города могут достигать 15-20 метров в секунду. От стихии уже пострадал Солнечный. Там в жилом комплексе Снегири вывеска упала и сломала фонари на входе в магазин. Очевидцы сняли ЧП на видео. А уже завтра и в выходные к сильному ветру может присоединиться снег. Ночью температура воздуха опустится до -3. Автомобилистам советуют поменять резину, особенно тем, кто выезжает за город.